наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, которых мы ополчаться в Донбасс, эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют, там, защищают жителей Донбасса и защищают саму Россию. И, безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют, там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают. Значит, они должны понимать, за что дается жизнь. Это чрезвычайно важная вещь. За Россию, за людей, которые для Донбасса живут.